Йоги, с вами Шимики, мы продолжаем проходить игру по названию Nevermind, либо неважно. Это расследование психологических проблем, психологических дел. Мы с вами тренинг прошли, связанный с сказкой Грета. У нас есть Reality и Simulation Galaxy Playing Detrable Tutorials. We have Americans. У нас осталось 2 пациента только. Пациент 418. Пациент получен оптикальный мозг пациента не завершен. А. Пациент номер 251. Нейроисследователь доктор Ки. Так, рассказывается о приступах скопофобии. Усилившихся после смерти ее матери. Не в состоянии сознания вспоминать какие-либо события травматического характера, происшедших в прошлом. Ну, поехали. Посмотрим, какие проблемы у этой девчонки. Запуливай. Мне кажется, я не знаю, с чего начать. Ну, хорошо. Ну, последние 20 лет я зарабатываю риэлтором. Вообще-то я закончила небольшой колледж, всего в часе езды отсюда. Я не была замужем. У меня нет братьев и сестер. Я всегда любила кошек. Я ненавижу церкви, ну их. Думаю, я всегда была немного отшельницей. Я правда ненавижу, когда люди смотрят на меня. Особенно в последнее время. Честно говоря, я себя хорошо чувствую. Не знаю, все было нормально с тех пор, пока 2 года назад не умер моя мама. Тогда все и началось рушиться. А вам когда-нибудь казалось, что люди просто пялятся на вас, как будто входят в комнату и что-то типа того? Не знаю, я просто чувствую себя ужасно. Среди людей чувствую вину, злость. У меня было вполне счастливое детство. Моего отца не стало, когда я была совсем ребенком. А моя мама сказала, что он погиб в автокатастрофе. С этого я собирал пазлы. Он был бизнесменом. Я помню, он все это время говорил о семейном бюджете. А мы с матерью никогда не были слишком близки, но мне ее не хватает. Как она любила вино. Боже, я не знаю, почему это происходит со мной. Я была послушной маленькой девочкой. Окей, полетели. Так, у нас с вами большой пенек. Огромные дома. Это я устроила чаепитие. Было так жарко. Помню, мне очень хотелось пить. Ну, если что, да, тут. Мы идем по порядку. Скорее всего, мы листочки не сможем потерять. Так, мы играем за очень маленькую девочку. Ты их оплатил? Сделал все возможное. У меня все под контролем. Почему ты не можешь... оплатить счета? Я стараюсь. Это твоя вина. Тогда ты плати... Понял. Телевизор, мы в нем не отражаемся, ну конечно, зачем? Так, мы играем за маленькую девчонку. Понятненько. Я в душе. Пойди попроси папу.
Я понял. Дверь закройся, я хочу сюда. Кулинария. Ну, как я понимаю... Ладно. Ну, одна из двух, либо она боялась отца, либо она боялась ступенек. Скорее всего, второе. Она боялась ступенек. Тут очень крутые ступеньки. Выключи свет и ложись спать, дорогая. Счета, 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 счета. Нет. Так, должен быть еще какой-то пароль. Я не хочу свет вырубать, ладно. У меня кружка есть. Любовь, деньги. Мани, мани. Я не хочу смотреть на ту картину, которая там. Жестко. А, это запись смерти. Ну, короче, понятно, он суициднулся. Спилит. Не шарю. На чашках тоже ничего нет. Может, мне нужно чашку принести сюда? Странно. Чай. Загадки. Сложные загадки. А, вон оно что. Теперь это все объясняет. Это шкаф, да, был? Что-то за звук был. Что-то открылось. Это я точно слышал. Ах, ты ж ё-моё. Мама больше всего любила пить виноградный сок для взрослых. У него был жуткий запах. Ага. Что дальше? You spell it. И три ти чего чешган
пистолет, что-то там. Может, мне нужно в зеркале отражение увидеть? Ни хера не понимаю. Может, мне нужно по книгам как-то? А, подожди. Ган. Может, мне здесь нужно как-то смотреть шифр? Ган, пермит. Селес. Может, мне нужно сложить, что было? По звукам? Оружие. А, ебало. Чай. Деньги. Мани. Я что-то не шарю. Так, кажись, я что-то сделал. Молоко, пистолет. И ссору. Чего это я решил? Молоко это здесь. Молоко это здесь. А ган, то есть это. А это ссору. Я не понял, почему ссору. Я думал, любовь типа. Ну ладно. Папа со своим, так, со своими письмами. Он никогда не хотел играть со мной после того, как почтальон приносил новые письма. Так, ну мы открыли дверь. Я все равно не понял, почему. И я вот этого не было. Крови этого. Это круто. Просто вращает голову. Типа, ой, бля, я потерялся. Фу, мне ж. В риле голова начала кружиться. Best invoice. Go ask your father. Мама всегда махала папе рукой, когда он уезжал на работу. Ты их оплатил? Ладно, я понял, мне на кухню, да, нужно? Погнали за молочком. Вот. Деликатесы. Вайсенс Бонс. Мама сказала, папа погиб в автокатастрофе. Она была так печальна. Она ненавидела вопрос об этом. Да. А. То есть я должен какое-то слово собрать?
What have you done? Ее нету. Вот. We know. What have you done? Заметьте, остается кровь. Б. А. Е. Вот. Но здесь не собрать слово, то, которое типа просит. Слишком сложная загадка. Ладно, давайте потом сюда, я думаю, вернемся. Если разрешат. А, типа, мне нужно собрать мозаики, так. При этом не дотронувшись. Привет, коровка. Вертимся. Что, время собирать пазлки? Так, ладно. Ну, я всегда пазлы собирал сначала боковухи, а потом уже центральные. Так, это я пытаюсь налить молоко. Я устроил такой беспорядок. Теперь они на меня не кричат. Но бык на меня все еще смотрит. Пицца. Но мне все равно загвоздка остается с этим. Я не врубаюсь. Шаба. They know.
Тут ай нету. Ладно. А, вот что мне нужно написать. Бате инвойс. А типа тут не все равно в каком порядке? Понятно. Батхи. Воес. Ай, блять, Вося написал. Понимаю. Там, кажется, кто-то в мешке. Это... Возьми чертово молоко. А я хочу выбраться. Ладно. Не бойтесь, там мешки пустые, просто не... там внутри рыба. Кто должен типа по молочному следу идти? Или нет? Тут тупик. Какой-то фальшивый молочный след. Так, я лучше от экрана подальше встану. Ой, блядь, слишком много мешков. Мама с папой никогда не была дома, и я была довольно одинока. Я слышал, что упало. Это не может на меня напасть, если оно меня не видит, так? Фух. Скорее всего, это должно было за мной погнаться. Но, увы. Сори. Так, ну, в принципе, все, тогда можно выходить на улицу. А, я больше здесь ничего не вижу. Так, еще не хватает трех. Так, гараж открылся. Ну понятно, что отец из-за счетов типа себя убил, а мать начала говорить. Понимаю. Ну. Да ладно.
Мне нужно... Прочь с дороги. Помнишь, что случилось? Прочь с дороги. Держись подальше от машины. Тихо, тихо. Я иду наверх. Папа обычно работал наверху. Может, он пособирает со мной пазлы, если не очень сердит. Так, типа аварии. Пойми это. Пойми это. Мне нужно идти на звук. Ладно, плевать. Чашка с кофе. Музыка такая стрёмная. Погнали обратно, ладно. Пугающая музыка, типа закрытая обстановка. Ну понятно, что была сильная авария. Я типа этот... Почему свет такой медленный? Пойми. Я иду. Пойми это. Стоп, 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 стоп. То есть он действительно попал в аварию? Или я чего-то не понимаю. Типа она увидела отца в аварии. Если нет, то... Ну застрелился, да, вот. Он просто застрелился. Молоко. Здорово. Мухи. Сука, я одну уже убил. Сейчас ты сядешь опять, я тебя грохну. Ну да, видите? А тут что? Ладно, я лучше пойду туда, куда это полетела фигня. Хотя смотри, сюда бы мне только один путь привел. Не понимаю. Я не врубаюсь. Понимаю.
Но походу мы идем в места, где мы еще не были, да? Все, неужели? Я вот так поставлю. Вот так. О, вот так пойдет на заставку. Они следят за мной, слушайте. Нужно, блин, как-то так стать. Хотя ладно, я если что там остановлю, который мне нужен будет. А только один рот. Два рта. Два рта. Внутрь, там, где аварии были, я не хочу. Так, пойди, все. Подожди, так мы только за одной, да, картиной ходили? Еще есть часть. О. Остается последнее. Сейчас музыка дерьмовит, дерьмовит, да будет? Но пока что музыка не портится. Теперь понимаю. Да ладно. Серьезно? То есть при смерти меня выкидывают просто аж сюда. Нихера. Знать. Давайте вот так просто пойду, вы поймете все. Как будто я падаю, да? Типа чувство падения, ну о-о-о. Стрёмное. Большой слой безопасное место. Ха. Remember, помни. Так стойте, remember написано. Все равно. Типа, это то, что им людям этим все равно, да, что он погиб. Так, какие-то глаза. Молоко. Что мне делать?
Look Army. А at me. Посмотри на меня. Как мне это сделать? Я понимаю, что это с глазами нужно сделать как-то. А-а-а. Сейчас все сделаем нормально, равномерно. Нормально, равномерно делаем на чашке. Никаких у нас проблем. Не нужны нам эти все. Что с тобой не так? Взять. Что это? Папа ест? Не вижу. Все. А я думал, он погрузится в молоко. Да. Ну, здесь понятно, что из этих чертовых щитов он просто застрелился. Просто эффект падения. Голова тоже ж завинчивается. Так, мне... Нужно сказку сейчас сделать или же... Что? Ну чё, поехали. Это устраивающее питье было так жарко, помню, мне очень хотелось пить. Так, мама сказала, папа погиб на автокатастрофе. Она была так печально. Папа никогда не были дома, я была... Папа с моими письмами. Всегда хотел папе рукой, когда она уезжала на работу. Мама с папой никогда не была дома, я была довольно одинока. Типа она разлила молоко, она пошла типа рассказать, но купалась и она пошла к отцу. Теперь я вспоминаю. Однажды я играла в чайпитие во дворе, и я захотела пить, и я пошла в дом налить себе стакан молока. Он выпал у меня из рук, и молоко разлилось. Я пошел сказать маме, но она принимала душ. Поэтому я пошла к папе. Он был наверху в своей спальне. И когда я открыла дверь, у него был пистолет во рту. Он посмотрел на меня и застрелился. Он застрелился. Это было просто ужасно. Я не могла вспомнить, что произошло.
Наверное, поэтому мама подумала эту историю про автокатастрофу, чтобы я никогда не вспомнила. Но мне кажется, я всегда знаю, что это ложь. Я всегда знала. Вот и все. Дело 251 раскрыто. Да. И у нас с вами еще остается одно дело. Поэтому... А давайте посмотрим, у нас же там еще есть что-то кое-что. Так, расширенный. Я всегда с удовольствием вспоминаю те времена, когда я играю в дворе нашего дома. А мне сейчас делается не по себе, когда после трудного дня я думаю о возвращении домой к родителям. Удивляюсь, почему. С горькой гордостью я часто с трудом возвращаюсь в мыслях к тем временам, когда мы играли с отцом. Я плохо помню тот дом после смерти отца. Если я вспомню так. Еще я смутно помню, что после этого еще долго объялась одна ходить на кухню. Боялась ходить на кухню. Несмотря на то, что там произошло, у меня сохранилось приятное воспоминание о комнате родителей. Самое обыденное действие, например, открытие холодильника, казалось, пробуждали во мне чудовищные воспоминания. Я не помню, как я развлекалась после его смерти, когда я пыталась вспомнить, что раньше радовал меня, возникает лишь пустота. Я всегда побаивался машины, и я не знаю почему. По возможности пользуюсь общественным транспортом. Вас когда-нибудь посещали ночные кошмары, когда кажется, что бежишь и бежишь, но несказанный ужас настигает вас? Я знаю, иногда необходимо заглянуть глубоко в лабиринты своего мозга, чтобы обрести покой, как бы опасно это ни было. Лучше мне не буду вспоминать похороны. Даже спустя годы я помню только, что просмотрел в пол, ждала, когда это все закончится, и я останусь одна. Это было так давно, все в голове перепуталось. Где проходили их похороны, в доме или на улице? Я хочу вспомнить его лицо. Я до сих пор ненавижу, когда люди на меня смотрят. Уверена, что у меня никогда не поймут. Ну да. Мне интересна вот эта вот вещь. Ладно. Давайте тогда на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.